Это стало возможным благодаря ремонтной компании «Квадры». В текущем году реконструировано 14 километров ветких теплосетей. Концессионное соглашение, которое было подписано с администрацией, предполагает значительное увеличение объема инвестиций и в дальнейшем. Речь идет о магистралях в Центральном и Сеймском округах Курска. Туда также в рамках предусмотренного тарифа будет не менее 150-130 миллионов выделяться ежегодно. Мы считаем, что этих средств недостаточно, и мы, естественно, будем прорабатывать вопрос, чтобы их сумма была выше.